Всем привет! Я тут стою, делаю себе тостеры. В общем-то, это и есть мой завтрак на сегодня. У меня тут еще холодный чай остался со вчера немножко, так что вот. Завтрак у меня, конечно, немножко поздний, уже 2 часа, потому что ко мне недавно приезжала бабушка, и нужно было помочь с компьютером, так что я сидел, помогал. Да, и вот только сейчас сажусь завтракать, как обычно сижу, смотрю 911, служба спасения. Ого. Так что всем приятного аппетита. Малышка, идем гулять? Идем гулять? Да? Пошли гулять. Иду гулять с собакой, как вы поняли, наверное, уже. У нас сегодня очень-очень жарко на улице. Светит солнце, я иду в тени, мне тоже жарко. Даже в тени показывает сейчас плюс 30,5 градусов. Это банька-парилка, короче. Вот. О, жесть, это вообще печет, просто печет. Собакин погулял, я опять улегся сразу же, когда домой пришел. Потому что ну, он тоже очень жарко ему, да? Скажи, Вэллу, тебе как ты скажешь, да? Ты же не умеешь говорить. Запустил пылесос, чтобы он тут попылесосил немножко. А вообще я сейчас хочу начать уже наконец-то читать вот эту вот книгу, точнее начать, а продолжить ее читать. Я уже не помню, сколько я не читал, уже очень давно не читал вообще. На какой я там главе остановился. Один день из жизни Адама и Евы. Так что да, сейчас буду читать. В общем-то, читал я до четвертой главы. В третьей главе там рассказывалось вроде о наскальных рисунках, о рисунках в пещере каких-то, о том, как давно у людей появились домашние животные и, в общем, вот. И так далее. Борюсь, пельмеши. Пельмеши готовы со сметаной. Так что всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Мы тут гуляем с собакиным. Вот он. Сколько у нас времени уже? 21-24. И у нас тут недавно прошел дождь. Вот сама туча. Вот. И до сих пор светло. В общем, сейчас хочу посидеть, поиграть в Uncharted 2. Впереди воров. Вот. Мне осталось пройти последнюю главу, кажется, 26-ю, и я закончу эту игру, точнее, вот эту вот главу вторую, и начну третью, возможно. Но не факт. В общем, да, у нас на улице стало так тихо, сейчас вам покажу окно. Открою его. Вот. Сейчас машина поедет. Поехала. Да. Конечно. Прямо тогда, когда я хотел показать, что у нас очень-очень тихо. Ну ладно, вон закат еще немножко. Сколько у нас времени? 23-28. Вот кот бежит куда-то. В общем, вот. Антон вчера забыл очки свои с колонкой. Это весь он, конечно же. А это вот штатив мой, потому что это и очки мои для зрения. Иногда их одеваю, когда очень плохо что-то вижу. Все, короче, начинаю играть. Ладно, ребятушки, на этом уже, наверное, буду заканчивать свой влог. Вот так вот прошел мой день сегодня. Немножко лениво, возможно, но, в принципе, для меня очень даже нормально. Вот. Uncharted я все-таки не допроходил, потому что, если честно, мне уже надоело его проходить. У нас время сейчас 1:30. И да, так что я сейчас начну монтировать этот влог. И все на этом все. Всем пока.